День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающий выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. На сегодняшний день Хасаюрт обеспечивает энергией более 700 трансформаторов, две большие подстанции и 18 линий электропередач. Как отметил главный инженер горэлектросети Зальбек Умалатаджиев, в течение года работниками службы проводились множество работ по замене электрических кабелей. Также замене подвергались 5 трансформаторов. Коллектив у нас сплоченный, днем и ночью работает, мы не смотрим, дождь, ветер, снег, разницы нет, днем и ночью стараемся людей обеспечить электричеством. Хотел бы поздравить, в первую очередь свой коллектив поздравить с этим профессиональным праздником, во благо народу, чтобы они работали и чтобы бесперебойная подача электроэнергии была по всему городу и по всему Дагестану. День энергетика – это важное событие для тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. На сегодняшний день в горэлектросети функционируют 4 службы, занимающиеся трансформаторами, трансформаторной подстанцией, кабельными линиями и службами линий, электропередач и уличных освещений. Немаловажную роль в системе работы горэлектросети имеет и диспетчерская служба, куда в течение дня поступают более 20 звонков о возникновении проблем с линиями электропередач от граждан. Диспетчер Рустам Нухнухаев более подробно рассказал о работе службы. Наша работа диспетчерская заключается в том, что при заявке, допустим, поступление какой-либо заявки, допустим, где-то ушел свет, вот как сейчас, к примеру, здравствуйте. Да, в данный момент пока никаких объявлений отключений нету, скорее всего, у вас проблемы внутри в райотделе. Так что передайте вашему электрику, пусть он проверит, щитовой, может, у вас там внутри что-то случилось. А наши линии в штатном режиме работают в данном районе. Вот так, абонент звонит, поступает заявка, мы записываем, проверяем, есть ли отключение на высоковольтных линиях 10 кВт, если таковых нету, потом уже выезжаем на место и проверяем, трансформатор сгорел, предохранитель или нет, или есть какая-либо еще поломка. Большое количество людей занято в сферах передачи, распределения тепла и электроэнергии, производства электрооборудования. На сегодняшний день в горэлектросети трудятся около 90 работников. Главный инженер Зальбек Умалатаджиев, работник, имеющий за плечами стаж 34 года, отмечает, что за время своей работы были внесены изменения как в рабочую систему, так и спецтехнику, применяемую для обеспечения населения электроэнергией. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».